Евгений Тройнин был бизнесменом, старше ее на 4 года. Красиво ухаживал, был очень обеспеченным человеком. Вполне возможно, что с ним бы Марина была как за каменной стеной. Очень много говорит о характере Марины то, что она ушла от обеспеченного мужа, даже несмотря на то, что ждала ребенка. Но жить с нелюбимым человеком она ни за что не хотела.